plays the best variety of the 80s, 90s, North Orlando, North Miami. Не могу сделать тише радио, потому что рукой держу фотоаппарат. Пусть будет музыкальное видео. Так, это я приехала к своей подружке Галюсечке. Так. И тот, который сзади, никак не хочет меня пропустить. Так, это, как я уже сказала, Sunny Island. Сейчас я сделаю потише. Теперь у меня щелкает поворот. Так, поехали. А, далее. Очень-очень красивое место, просто потрясающе красивое место. Шикарные просто, я считала, 50-60 этажей гостиницы, либо дома. Вот такое вот. Все очень красиво, все очень ухоженное. Это как бы называется, это как бы островок, который вот видно по моему этому. Тут вот с левой стороны Атлантический океан, а с правой стороны река. Вот это узенькая полоска земли, которая, собственно, считается самым драгоценным здесь в Майами, потому что именно вот на этих вот узеньких полосочках земли и есть вот эти красивые пляжи. Пляж Майами Бич. Вот это вот Sunny Island Beach. И Галя живет прямо на в доме, в 24-этажном доме, прямо на пляже. Боже, какая красота. 17 этаж. Сверху видно море. Такой необъяснимой красоты. Боже, эти шикарные, громаднющие эти гостиницы. Ну вот вид из окна, как в американских фильмах. Не дать, не отнять. Красота бесподобная. Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Красный свет. Нужно быть осторожным. Завтра я еду на Ки-Вест. Ки-Вест – это самая южная часть, сказать, Флориды, или сказать, это Америки. Ну, в общем, это сеть островов, соединена между собой мостами. И там мосты по 7 миль. Ну, один из мостов 7 миль длиной, который расположен именно прямо в океане, построенный мост. Завтра я буду ехать по океану. Сделаю много видиков и все размещу. Все, до свидания.